Что ж, ребят, всем привет, с вами Дарья Риди, и мы продолжаем играть в игрушку Alien Isolation. Я сделал сейчас немножко графику для своего монитора нормальную. 1980 на 1080. Вот это у меня было в прошлой серии 2700. Там на 1400, по-моему. Да, с этой намного как-то привычнее играть. Так, в терминалах можно сохранить игру, если рядом враг, терминал вас предупредит. А, вот, это, то есть терминал, помимо того, что сохраняет, он еще, он еще нас может предупреждать, если поблизости враг. Так, где, кстати, терминал-то? А, вон, вижу. Так, плойс. Так, хорошо. Ой, тут все разрушено. Мне кажется, тут сейчас начнется самое страшное. Окей, сохраняем игру. Так, что тут у нас есть? А, взять сенсор. Давайте возьмем сенсор. Как им пользоваться, я пока не знаю. Я знаю, как приседать. Приседать правую рычажок. Надо прям нажать на него. Так, ну что я тут вижу? Вот такие, ну как не шутеры, а такие вот бродилки про космос. Они очень сложны тем, то что тут все как много всяких предметов, которые ты просто не знаешь. Их и для чего они нужны. Поэтому ты подходишь к каждым светящимся деталям и смотришь, можно ли это использовать как-то. Со временем привыкаешь, то есть учишься, знаешь, что можно открыть, что нельзя. Что это такое? Землетрясение? Хотя мы в космосе, какое может быть тут землетрясение? Это либо кто-то здоровый топает, либо... Что-то взорвалось. Чё? Внимание! Равновесие станции нарушено. Пройдите в ближайший контрольный пункт и оставайтесь там, пока станция не примет нормальное положение. Так, станция, значит, нарушена. То есть сейчас я не прям, наверное, шагаю. Ну, она немножко как-то на бок кренит. Предлагаю пойти там, где костер. Да, сюда я пришел. Костерок тут, видимо, замерз, либо хотел пожарить мясо. Стейк. Пойди, кто-то баловался, блин. Разжег костер, чтобы сосиски пожарить или там стейк. Нет. Черт. Твою ж, блин. Надо потушить огонь, эй. Это газ, мне надо закрыть вентиль. Смогу ли я? Давайте присядем, попробуем закрыть. Блин, нельзя закрыть вентиль. Чувиха, я, короче, лег, а встать не могу. Ёптить-моптить. Офигеть. Блин, ну это ж хуже приведет к катастрофе. Надо как-то тушить. А, вот встать, сесть. Встать, сесть. Понятно. Какие-то железяки. Блин, что мне тут надо делать? О, залезть. Давайте залезем. Хорошо. Так, значит, мы выползли. Какой-то коридор вижу. Тихо. Блин, кайфово сделано, мне нравится. Блин, опять землетрясение. Хорошо, двигаемся далее. Темно, плохо видно. Так, вентиляционная труба. Почему-то тут я не могу присесть. В некоторых местах можно, в некоторых нет.
потихоньку шагаем. Так, вот отсюда я могу вылезти. А дверь, я так понимаю, не открывается. Кайфовая штука, смотрите. А если она меня зажмет? А, вот. Я думал, почему не могу встать? Потому что я в пристегнутом состоянии был. Я хочу покончить жизнь самоубийством. Нет, не надо. Интересно, я не жарко? Смотрите, прям так рядом стоит. Ну, ладно, это мелочи, это нормально. Так, хорошо, идем далее. Так, тихо. Тишина, она бывает очень пугает. Иногда лучше, чтобы что-то гремело, шуршало. Тогда ты хотя бы сосредотачиваешь внимание. Так, хорошо, давайте войдем в компьютер. Идет загрузка. Папка повреждена. А, так, мы с каждым из вас потом отдельно обсудим, как это отразится на ваших контрактах и куда вас теперь знают. А пока что нам надо поработать. Пиджаки хотят, чтобы мы управляли сокращенным составом, то есть соратник подрядчиков будет всего ничего, зато всем заплатят сверхурочно, и я советую вам не упустить такой шанс. Еще имейте в виду, вывод из эксплуатации не означает забирай что хочешь, все имущество. Хорошо, какое-то сообщение, но это явно не мне. Ух ты, взять хлам. Хорошо, из хлама можно будет что-то делать, я так понимаю. Тут, я понимаю, тоже ничего нет. Это хорошо, что я понимаю. Так, там тоже, смотрите, пары идут. Я думаю, там тоже очень жарко, так что нам нельзя падать туда. Хотя я не... Ай-яй-яй-яй-яй. Офигеть, упал. Тихо, держись, 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 милая. Милая. Так, все нормально. Ничего не сломало? Знаете, что, ребята, хотел сказать? Хотя, я тут не упаду. Я вот так хотел сказать. Зараза. Действительно, зараза. Сначала говорю, тут главное не упасть. Потом сказал, хотя тут не упадешь. Ну, потому что я по краю иду. То есть, реально, я думал, нельзя упасть. Хотел сказать, что по сюжетной линии тут нельзя упасть. Ага, по сюжетной линии как раз-то и нужно упасть. По-другому никак. Так, fire. Перевели почему-то файл, это флайер, получается. То, что надо. Так, удержите B, чтобы открыть меню предметов, выберите нужный предмет. А, удерживайте. А, вот мой предмет, то есть есть флайер у меня. Нажмите X, чтобы использовать. Хорошо, тут темно, давайте используем. О. Так, горит огонек. Хорошо. Так, прицел удерживайте, чтобы положить. А, вот он, прицел. А другую кнопку, значит, чтобы бросить, понятно. Так, я могу его положить. И все, взять нельзя назад. Хреново, я не знал, что его нельзя брать назад. Ладно, в принципе, мы и так все увидим. Просто я изучал движение, все вот это. На ошибках учатся, ребят. Так что не надо расстраиваться. Так, тут, я понимаю, надо присесть. Тихо, что там? Так, главное не шуметь. Это значит электричество, то есть нельзя сюда, нельзя вообще трогать, прикасаться к этому. Ну, хотя бы будь просто осторожней. Ух ты.
ты, тут что-то написал. Сможем ли мы прочесть? Так, взять клей, давайте возьмем клей. Думаю, нам пригодится. Предметов тут не так много. О, слышите? Там кто-то лазил. Не могу прочитать. А... Мовинг. Мовинг что-то. Что-то в общем мовинг. Так, короче, есть лестница. Давайте пойдем. Хочу прямо пройтись. Может быть, там какой-нибудь предмет мы найдем, который нам в дальнейшем пригодится. Так что я думаю, тут надо изучать местность. Можно дальше лезть. Давайте так и сделаем. Может быть, стоит наверх пойти? Есть два варианта. Так, ну-ка, а если карту нажать? Есть лестница, короче. Нет, давайте все-таки пройдемся прямо. Поднимемся на лестницу. Да, надо дойти нам определенно до конца. Так, только не шуметь. Только, ребята, не шуметь. Так, вещество, шприц, аккумулятор. Хорошо, не зря я сюда подошел. А, еще есть сенсор. У меня же два сенсора. Ну-ка, я тебя на Б нажму. Нет, у меня тут ничего нету. Тут какой-то сигнал, какая-то кнопочка горит. А, я понял, это чемоданы сюда отправляют. Чемоданы тут. Знаете, как в аэропортах. Только на таком корабле зачем чемоданов так много? Я так понимаю, это... А, пустить для бандажа. А, вот понятно. Теперь я могу отсюда вылезти. Все ясно, все ясно, все понятно. Хорошо, слазим на лестницу. Так, вот мои ручки худые. По всем карабкаемся вверх. Хорошо, собираем хлам. Какие-то контейнера. Давайте посмотрим карту. Так, я так понимаю, впереди аварийный шлюз. И рядом есть сохранение, то есть нам надо туда попасть. Хорошо, двигаемся дальше. Радио. Я так понимаю, радио будет отвлекать чужого. То есть я включаю радио и тем самым я его буду отвлекать. Понятно, зачем мне нужно радио. Так, также собираем хлам. Ёпсель-мопсель. Это, короче, манекены, понимаю, этой станции. Эй, есть тут кто? Тихо. Главное не шуметь. Главное не шуметь, ребят. Так, необходим код. Где я добуду код? Видимо, там много чего интересного лежит. Вот макет с нашей станции. Он состоит из трех таких сетов. Слышали, кто-то шагал, по-моему, там. Восстановить подачу энергии мне нужно. Хорошо, давайте попробуем. Так, движемся далее. Карта обновляется автоматически у терминалов, к ней добавляются новые области. Посмотреть карты.
Стоп, посмотреть карту, на это нажать. Ага, вот. Вот моя карта. Угу, тут лестница есть. Здесь хоть что-нибудь работает? Цель обновления — добавить энергию... дать энергию в дверь. А что, надо найти какой-то аккумулятор, я так понимаю, или... Где можно включить питание? Почему... А, вот, я могу, я думал, почему я не могу через них перелезть? Так, я понял, смотрите, вот, надо тут провода, наверное, их надо соединить. Или нет? Опасно. Нет, нельзя. Какой-нибудь резервный генератор мне надо, наверное, найти. Ну, давайте посмотрим по карте. А, вот, а, подать энергию к двери. То есть мне надо вот туда пойти. Ну-ка, вот сюда, по-моему, да? Да, в ту сторону. Почему она... Жалко, она бежать не может. Да, вот где-то вот здесь. Сейчас мы включим энергию, и все у нас заработает. Ага, все. Так, использовать. Давай, работай. Давай. О, хорошо, с третьей попытки. Смотрим, что у нас тут. Пока не будем вылазить. Может, я думал закрыть за собой дверь? Нельзя? Хреново, что нельзя. Так, давайте посмотрим по монитору. Так, что-то у нас здесь имеется. Так, Лэнгли заначку нашу не нашли, я ее перепрятал, ты ее оставил прямо у всех на виду. Господи, ты хоть представляешь, с каким трудом мне это досталось? Я спрятал ее в одном из шкафчиков. Ты быстро найдешь код 0340. Так, запомнили, 0340, если что. Не волнуйся, туда никто не ходит после того, что случилось в терминале. Еще у нас кончилось лекарство, и воды совсем мало. Теперь твоя очередь идти за припасом. Может, это научит тебя бережнее обращаться с добычей. 0340? Хорошо, 0340, понятно. 34, окружено нулями. Запомню. Простой код. 3,4 окружено нулями. 34. 0304. Хорошо, возвращаемся назад, я так понимаю. Где назад? Где наш зад? А, вот, ну, а, нет. Не сюда, тут я был. Подожди, а стоит... Не, мне не стоит спускаться. Так, где-то вот тут было. По-моему, вот здесь. Да, вот потайной. Вот так. Понятно, 0. 3. 4, 0. Окей, мы правильно ввели. Сейчас полутаемся тут. Так, взять взрыватель. Хорошо, взяли. Без взрывчатки, это просто проводки, видимо, мне нужно собрать полностью. Так, хлам. О, аптечка. Хорошо, получен чертеж. Вы нашли чертеж, используйте бы, чтобы собрать устройство из найденных компонентов, меню предметов. Так, аптечки 0. Нажмите бы. Так, секунду. Так, окей, продолжаем лутаться. Так, жмем на Б. Чтобы собрать с аптечку, нужно 3 предмета. Так, нажмите левый Б, чтобы создать.
ну чё, это не так-то просто. Так, значит, один шприц, нужен вещество Б и клей. Так, вот, у меня есть один шприц, вещество Б у меня, значит, 2, клея 2. Это, видимо, максимум, сколько я могу собирать. Так, максимум эталонов у меня 0, аккумулятора 1, взрыватель 1, сенсоров 2, шприц 1, вещество Б 1, клей 1. Хламов у меня 35. Кстати, нужно 10 хламов, да? Так, переместите курсор. С помощью аптечки можно частично восстановить уровень здоровья. При ее применении необходимо действовать очень точно. Так что позаботьтесь о том, чтобы у вас было время на ее использование. Понятно, то есть я не могу прям сразу ее использовать. Мне надо сначала спрятаться куда-нибудь, а потом уже использовать аптеку. Так, использовать деталь. Шприц. Нужен только шприц и клей. Да? Или еще что-то надо? Мне не хватает чего-то. Вещество Б. Вот, я собрал аптеку. Нажмите левый Б, чтобы создать. Левый Б. Предмет создан. Окей, открыть достижение. Цель выжить. Так, нажмите левый Б, чтобы создать. Не, положи назад аптеку. Левый Б, хорошо, так, левый Б. Я больше не могу создать аптеку мне. Вот зачем я взял аптеку? Скажите мне, как ее положить на место? В принципе, можно использовать ее. На себе. Раз у меня не полное здоровье, давайте используем. Окей, вот так она действует, значит. Хорошо, мы пополнили свое здоровье. Так, взять клей. Хорошо, так, по-моему, тут мы все облутали. Тут ничего пока более нету. Идем дальше. Так, значит, мы включили генератор. Подача электричества восстановилась. Ну так, восстановить подачу энергии. А я что, не восстановил подачу энергии? Нет, я просто код доступа получил. Энергия к двери. Задача найти помощь в космопорте. Пройти терминал, найти помощь. Мне нужно найти помощь. Так, это легенда, то есть закрыто предмет важный. Так, энергосистема. Лестница, место резки. То есть я тут могу что-нибудь порезать. Система безопасности. Блин. Так, система безопасности, личный терминал. Есть кодовый замок. Вход по пропуску. Точка сохранения. Выход из зоны. Так, тут есть, короче, я вижу точку сохранения.
Хорошо. И личный терминал. И там что-то светится, короче, мне кажется, я не подал энергии, так что мне надо вернуться назад и включить ее. Хорошо, возвращаемся. Так, ну это не здесь, это, мне кажется, где-то снаружи. Тут я уже все пострелял. Так, можно сохранить. Давайте сохранимся. Окей, сохранились. Идем далее. Так, ну и что мне надо сделать, я так и не понимаю. Я так и не понимаю, что тут нужно делать. Ну я же вроде восстановил, я вот три раза вот нажал, по-моему, электричество должно включиться. Ну-ка, может сейчас мне к проводкам нужно подойти. Так, нет, это не канает. Хорошо, что тут еще у нас есть, имеется. Можно вообще выйти назад, я так понимаю. Так, другой этаж. Подать энергию. Мне надо на другой этаж попасть. Понятно, мне надо как-то... А, вот, дверь. Это я продолжаю туда идти. Ну, не все так просто. Тут я пока еще не знаю, что тут есть. Еще два этажа. Так, где я нахожусь? Рядом лестница. Больше лестницы другой нету, да? Управление, так. Есть аварийный шлюз. А как я туда попаду-то? Хорошо, давайте спустимся. Потому что там я не знаю, что мы еще можем сделать. Так, а что у нас тут? Аварийный шлюз. Может быть, не надо к аварийному шлюзу? Хотя, мне кажется, навряд ли. Давайте прогуляемся к нему. Блин, дурацкая затея. Не, я не смогу, мне кажется, добраться до туда. Я же упал, точно. Я упал, и назад я не смогу вернуться. То есть мне надо все-таки идти прямо. Хорошо, пойдем прямо. Так, ребятки. Сейчас мы пройдем эту игру. Прямо сейчас. Это, может, на 50-й серии, может, на 30-й. Стараемся, я думаю, до 30-й тому пройти. Хорошо, лезем наверх. Пока что чужого мы не встретили. Ну, какие-то шаги слышали. Потом что-то лежало. А, нет, это... Это... Магнитофон. Блин, прям перед носом. Хорошо, не будем обращать на карту. Посмотрим так, может что-нибудь найдем.
Да не, походу тут ничего нет. Тут закрыто, там закрыто. Все везде закрыто. Пока что не могу идти далее, пока не включу подачу энергии. Тут я пробовал, у меня тут ничего не нажимается. Все же это где-то вот здесь, я так понимаю. Давайте в терминал еще раз зайдем, может там что-нибудь интересное есть. Так, личное. А Лэнгли заначку, так, это мы читали. Общее. Объявление вывод станции Севастополь из эксплуатации. Вместе мы преодолели длинный путь, но, увы, он подошел к концу. Компания Сиксен благодарит всех, кто жил и работал на станции Севастополь. Надеемся, мы смогли сделать ваше пребывание здесь приятным и продуктивным. Мы много сил вложили в эту станцию, всегда верили в ее потенциал. Система Аполло и андроиды компании Сиксон продолжает работу, пока станция не будет полностью демонтирована. Мы желаем вам всего наилучшего. Севастополь – это не просто станция, это люди. Корпорация Сигнан. Так, аудио. Харрис Тернер – это Уэйтс. Возвращаемся. Мы обнаружили причину в инженерном секторе Космопорт надо изолировать и обесточить. Не забудьте про отчеты, чтобы придраться было не к чему. Когда все закончится, с нас непременно спросят конец связи. Хорошо, то есть кто-то обесточил намеренно эту станцию. Так, можно слушать, кстати, давайте откроем. Харрис Тернер, это Уэйтс, возвращайтесь. Мы обнаружили причину в инженерном секторе. Космопорт надо изолировать и обесточить. Не забудьте про отчеты, чтобы придраться было не к чему. Когда все закончится, с нас непременно спросят. Конец связи. А, я могу прослушивать. Восстановить подачу энергии в зале отправления. О, вот, все, я сделал. Ух ты, смотрите, кто-то пробежал. Третий. Офигеть, туда пробежали люди. Так, я могу, интересно, отключить опять? Вон, ну как надо было сделать, хорошо. Теперь я уже могу идти вперед, назад. Так, хорошо, туда мы пойдем позже. Давайте спустимся, туда побежали люди, может быть, мы у них что-нибудь узнаем интересное. Почему они побежали оттуда? Добро пожаловать на станцию Севастополь. Что там случилось? Я пока не могу это открыть. Я так понимаю, тут я тоже дверь не могу открыть. Ну, короче, они оттуда выбежали. Три человека. Ну-ка. А, ящик горит зеленый, значит, можно его открыть. Так, лам и вещество Б. Отлично. Там тоже есть ящик. Вот. Все, все понятно. То, что горит зелененьким, значит, то можно открывать. Трое человек выбежали в каком-то паническом страхе. Хорошо, я так понимаю, нам надо идти вперед. Там уже тоже будет какой-то прогресс, будет что-то интересное. Так, ну мы с вами, я думаю, закончим эту серию. Откроем дверь.
В общем, ребят, с вами был Даридзи. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте видео. И мне будет очень приятно. В общем, всем пока-пока, до следующей серии.